Ну, еще раз здравствуйте. Я вам хочу сегодня рассказать, как сделать это звучание получше. Это очень просто, вот проще некуда. Берем, открываем наш OBS. Открываем OBS, открыли OBS. Здесь у нас есть микрофон. Вот, у нас два микрофона. Этот звучит похуже, это у нас вот этот микрофон. Его можно тоже настроить, но будем настраивать сегодня наш... этот микрофон. Для этого заходим в OBS, жмем вот эту вот, вот эту вот шестереночку, нажимаем фильтр, добавляем шумоподавление. Все, готово. Все, хорошее качество нашего звука нам обеспечено. Ну, конечно, можно сделать чуть поменьше на сам микрофон, либо близко к нему не подходить. И все, это самое лучшее, что можно было сделать с микрофоном в OBS. Что вам еще надо? Все нормально. Изи, изи. Так что, если что, по звуку как бы все проблемы решаются просто включением фильтра. Так, всем пока, если что, в комментариях. Пока-пока.